В настоящее время многие поняли, что мир не будет таким, каким он был год или два года тому назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли. Однако в условиях повсеместной конфликтности и с новыми обрушившимися на нас болезнями нам предстоит жить и развиваться. Растить детей, радоваться добру, радоваться друг другу. Любыми способами сохраняет ту тонкую и хрупкую грань, которая отделяет человечество от катастрофы. Уважаемые коллеги, сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном, информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий. Важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. Я думаю, у нас это получится –